Так, всем привет, и как обычно, играем в StarCraft'ик, идем в Grandmaster, с вами Тед. Вот, как играть в StarCraft 2 против рандома, за зерга, за протусом. Все очень просто, на самом деле. Сразу берем, ставим здесь пилончик, и после него идем на разведку. Вот. И идея в том, что к моменту, когда мы приходим на разведку, мы уже знаем расу, против которой мы играем, ну и можем, соответственно, подобрать билд. То есть у нас же вся разница в процессе в том, сколько мы газов, как бы сколько гейтов ставим в начале. Вот, соответственно. Вот так и делается. Только газы я ставлю против рандома на 17-м лимите, две штуки. Вот так вот. Все, видим, что это процесс. Посмотрим, что он еще делает. Видим, что он вроде как понимает, что делать. Запротаться. То есть тут можно немножко понять, опять же, против какого рандома мы имеем дело. Если рандомы, которые там понимают, не понимают, что делать. Ну, то есть этот ставит два гейта, разведывает фотоночки. Значит, он, наверное, понимает, что делать. За нами прицепился. Сильно мультитаск играть тут не будем. Поедем спокойно от него. Вот он от нас отцепился. И, в принципе, поиграем в прокси, может, какой-нибудь. Вообще не нужно. Да, вообще в прокси поиграем. Пилон поставил рано с точки зрения разведки. Если отменять он его не будет, не будет. Вот, то, ну, это не самый лучший ход с его стороны. То есть он увидит юнитов, но при этом не будет все равно понимать, что точно происходит. А у нас как бы 4 ВГП все равно продолжается. Только при нем варпгейт бустить не будем. Подождем, возможно, тут сталкеры, адепты. Не, никого нету. Просто 4 ВГП. Простейшая стратегия. Обязательно забираем этого адепта. Это халявные юниты, которые получаем. То есть мы видим еще передачу Оракла. То есть Оракл нам ничего не нанесет, соответственно. Посмотрим, как он будет защищаться. Вторая база. Возможно, ошибка с его стороны. Да, GG.